Дезинфекция подъездов сегодня, пожалуй, главная проблема в сфере ЖКХ. Вот и общественная палата решила вмешаться, отозвалась на обращение жителей и выехала со своей проверкой. То же самое, здесь вот такая же у нас история. Как бы молчать тоже что? Ну, как бы, здесь, конечно, мы были в подъездах, где качество как бы нас устраивало, там действительно было, проходит уборка, да, но в данном подъезде вот здесь есть проблемы. Этот подъезд в доме номер 9 по улице Гоголя один из лидеров по числу жалоб. Жильцы твердят, грязь – некачественная дезинфекция. Представители общественной палаты Химок ездят по адресам, чтобы выяснить обстановку. Здесь возникли вопросы и к качеству, и к самому факту уборки. Очень много есть замечаний по дезинфекции выявлено. Да, сейчас у управляющей компании указано на данные недостатки. Она сейчас при нас делает максимально, что-то устраняет это все. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы эта работа проводилась регулярно. Сотрудники управляющей компании уверяют, ситуацию исправят. Взяли на тотальный контроль, все устраним, все сделаем, исправим. Работу над ошибками проведем обязательно, уже сегодня же. Дезинфекция подъездов сегодня – тема острая. Число заявок на обработку подъездов за последние несколько недель выросло на треть. Об этом сообщает единая диспетчерская служба.